Алло, да, да, да. Привет, здоровый, как дела? Да, пойдет. А, ну что, у нас там тишина, да, никто ничего? Ну, пока нет, ничего не говорили. Ну, наверное, скорее всего, и не будет, потому что это самое. Сейчас он позвонили с Кирилловки у моей подруги там на базе отдыха. Сейчас 27 БТРов зашли и заходят в каждую эти самые, ну, как у нее не база, а там у нее там два этажа на двух соток. Вот, и отбирают, типа, забирают. Продвинутся они дальше, и они уйдут. А что по-хорошему нельзя сказать? Сказали бы люди, вот так и так нам нужна вот такая-то помощь, а не прийти и нагло забирать. А народ сейчас, знаешь, как выкрутился? Там сейчас вот опять партизаны в Кирилловке поднимаются. Вот это самое страшное. Зачем так делать? Понятно, что уже не отдадут. Ладно, разместить этих надо, да? А забрать аптеки, что людям сейчас жить не на что? Вот они хотели поторговать, пока есть возможность. А им же ж ничего. Как хочешь, так и живи. А вот это как объяснить? Каким это людям надо? Ну, в общем, бардак бардаком. И, короче, БДРы нас так не поступали. Не, я про то, что говорю, что это вот пока все не устаканится. Потом все отдадут, и помещение, и все. А потом и их не будет. У нас такого в жизни не было. Там говорят про наших бендеров. Мы хотели бы тех бендеров сюда вернуть, чтобы они сюда пришли. Потому что так нас никто не обижал.